В данное время мы находимся в зрительном зале Центра культуры поселка Амга. Вот мы видим, на сцене разложен помост для соревнований по масс-рестлингу. Первоначально планировалось провести соревнования в местном парке культуры и отдыха, но с утра зарядил дождь. Судя по прогнозам, дождь будет идти целый день. Чтобы не переносить соревнования по времени на сутки или даже больше, организаторы предварительно решили, что матчевые встречи спортивных игр народов Якутии по масс-рестлингу провести здесь, в Центре культуры. Как мы видим, все уже практически готово. Соревнования должны начаться в 2 часа дня. Вот мы видим с краю портрет человека, который зажег огонь 7-х спортивных игр народов Якутии на стадионе Амга-Олимп. Это знаменитый Анатолий Баишев. Он сегодня выступит за сборную хозяев соревнований вместе со своей семьей. Такая вот родственная семья будет представлять амгинский улус. Но можно только представить, какие страсти здесь будут кипеть после обеда. Сейчас этот зал пуст, ни одного человека, кроме меня. Но ориентировочно в 3 часа этот зал будет переполнен. Наверняка здесь люди будут стоять в проходах, а все зрительские места будут заняты. Ну, как закончатся эти увлекательные соревнования, которые пройдут в необычном несколько формате. Там в каждой команде должен быть один мужчина, одна женщина и один ветеран. Ну, фаворитом является сборная хозяев. Как мы сказали, вся семья, ну, Баишевых во главе с именитым Анатолием Баишевым.